Кураторский час мы помним. Приближается 9 мая. Самый главный праздник для нашей Родины, для каждой семьи нашего Христа. В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизнь других. Победители, ветераны задали для нас высочайшую моральную планку, передали нам свои убеждения и веру. Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитать на них будущее поколение. Мы должны помнить, за что сражались с врагом бойцы Красной Армии. Наши отцы, матери, наши бабушки и дедушки, они сражались за будущее своей страны, за то, чтобы спасти своих детей, родных, близких, за свою семью. Они сражались с нацизмом против смерти, ради жизни. Это и есть наша главная ценность, и мы обязаны помнить об этом. Победа досталась нам безмерно высокой ценой. Миллионы погибших и пропавших без вести, миллионы искалеченных людей. Война принесла горе и тяжкие испытания в каждую семью. Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить отчизну, победили врага, преодолели смерть и разрушение. За годы войны на фронте из Акмолинской области было призвано 89 867 человек. Вернулись с вами лишь 37 169. Героями Советского Союза стали 66 акмолинцев. Героический путь акмолинцев Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагомбетова, Малика Габдуллина и других воинов-победителей, отважно сражаться в Великой Отечественной войне, является высшей школой мужества и служит настоящим уроком нравственности для нынешнего поколения. Благодарная народная память о ратном подвиге старшего поколения всегда жива и неиссякаема. Она стала общей историей нашей многонациональной страны. Пусть этот светлый майский праздник навсегда остается в наших сердцах источником гордости за наших отцов и матерей, отстоявших свободу и независимость Родины, наполняя нас теплой радостью и желанием жить и трудиться на благо родной земли. Пусть небо над нашей отчизной всегда будет чистым и безоблачным, а в ваших домах всегда царит мир и благополучие. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в мире, а о войне напоминает лишь этот праздник. С Днем Победы! День Победы, День Победы. В небе праздничный салют. Отмечают этот праздник все вокруг, и там, и тут. Я желаю всем на свете мира, счастья и тепла. Без войны под мирным небом, чтобы жили мы всегда.